Матвей, и вот, наконец, вас, парни из Сибири, арендуют в клуб РПЛ прямо перед концом сезона. И все же вы продолжаете сидеть на скамейке. Я Алина Велихова, футбольный агент. Я знаю, что ты никому не нужен. Чтобы пробиться в футболе, нужен не только талант, но и человек, который тебе поможет кем-то стать. Ромах, привет из прошлого. Ты про Кашу в курсе? Нет, а что с ним? Менты забрали. Фамилия и имя твоего Каши. Все под контролем. Здорово, футболер. Отдыши тебя, братан. Они же меня по подозрению в похищении Никитки, прикинь, закрыть хотели. Ты знаешь, что я это сделал? Хорош, ты в курсе, пацанчика украли. Вашего, что ли? Дашиного брата, 11-летнего. Одолжи денег за пацана. Сколько надо? 4,5. У меня на районе парочка предпринимателей появилась. Синтетику стали двигать. Молодежь мою гоняют, стреляют. Ваша задача все это дело подкинуть и уничтожить. Считай, твой вопрос решен. Ты куда лезешь? Не бывает немножко криминала. А он что тут делает? Я деньги привез. Мы сами со всем разберемся. Тебя не надо. Нельзя чуть-чуть соврать. Ты же в блудняк вписался. Ты либо врешь, либо нет. Ты мстишь своей бывшей за то, что она тебя бросила. Ради чего угодно, все равно врешь. Говорил, вот я, смотри, кем я стал. А правда в том, что ты еще никем не стал. Я просто хотела, чтобы ты был счастлив. Добиваясь своей мечты.